Всем доброго дня, всем привет. Очередная посылочка с Алиэкспресс. Сейчас будем ее распаковывать. Заказывал я вот такую лампу для сушки гель-лака. Бренд. Сейчас посмотрим. Я уже даже и не помню, что за бренд. Вот так он называется. Fissi F3. Здесь? Да не знаю, что здесь. Просто-напросто нужна была хорошая лампа для сушки гель-лака. У нас до этого была, но она не очень хорошего качества была, и поэтому решили заказать получше. Вот эта лампа мне обошлась. Так. 1251 рубль. Доставка по России, то есть везлась лампа из России, транспортная компания СДЭК. Так, смотрите, мы ее заказывали 11 сентября. Сегодня у нас 16 сентября. Посылка пришла за 5 дней до города. До Ульяновской области, город Димитровград. Вот. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что у нас внутри. Коробка помялась немножко в уголках. Что написано? Professional Gel Polish LED Nail Dryer Lamp. Бренд нигде не указан почему-то. Ладно, сейчас откроем, посмотрим. Лампа завернута еще дополнительно. Ой, что-то тут странное. А, все поняла. Эта штука, она снимается. Такая пластиковая. Я так думаю, для того, чтобы можно было ее, наверное, помыть. Так. Вот здесь вот столько лампочек. LED-лампочки. Вот, и на несколько вариантов времени. 10 секунд, 30 секунд, 60 секунд. Кипона, я не знаю, что это такое. Вот бренд белого цвета. Так, что еще здесь в комплектации есть? Нужно одеться. Да, вот так. Оделась. Вставили ручку. Просушили ногти. Так, и в пакете. Так, и в пакете у нас идет тут такая вилка. Евровилка, кстати, подходит для наших розеток. Так, будет работать только от сети. Если, например, до этого у нас маленькая сушилка для гель-лака работала от USB, то есть можно было ее подключить, например, к тому же самому компьютеру, ноутбуку и так далее. Это нет, это работает только от сети. Так, вставляется сюда. Угу. Так, сейчас мы ее проверим, работает она или нет. Лампу я включила в сеть. Так, оп, он зажглась, все отлично. Идет время. Все выключилось. Вставили. Идет время. Так, давайте посмотрим. Тут 10 секунд.
Ага, обратно отсчет. Все, хорошо. Ну, в принципе, все работает. Сейчас самое главное нужно проверить, сушит ли она гель-лак. Вот, но это мы будем проверять в другой раз. Лампа 80 ватт, 42 светодиода. Всем большой привет, всем доброго дня. Сегодня у нас субботний день. В кои-то веки у меня выходной день совпал на субботу. Хорошая погода за окном, прям радует. Сегодня, ну, у меня такое более-менее хорошее настроение. Вчера тоже был выходной день, но вчера я вообще целый день пробыла дома, даже вообще не выходила никуда. И знаете, все почему? Все потому, что я работаю, работаю я с людьми в магазине, консультируем мы клиентов, покупателей целый день. И знаете, вот иногда просто выходной день, хочется находиться дома, никуда не выходить, людей не видеть, ну, соответственно, кроме своей семьи. Вот, поэтому вчера была целый день дома. И самое что интересное, занималась работой. У меня было два замера. Ездила я на замеры кухонных гарнитуров. Я сама, да, выезжаю на замеры. И вчера, вот я говорю, целый день занял у меня два проекта. Я делала две кухни. Считала их, и причем один проект в трех вариантах пришлось мне посчитать. Ну, не знаю, мне кажется, клиент вряд ли закажет, потому что клиент просит такой недорогой вариант, но, к сожалению, в ту сумму, в которую она хочет уложиться, не получается. Вот, вот просто-напросто. Я уже, можно сказать, из пальца высасываю все такие идеи, которые, ну, как бы, для того, чтобы удешевить кухонный гарнитур. Но, к сожалению, нет, не выходит. Вот, а сегодня я сходила уже на тренировку, потренировалась, потом зашла в Магнит Косметик, давно хотела туда зайти, у нас вот открылся недалеко от нашего дома, вернее, он был уже до этого, просто сделали ремонт, и я вот зашла посмотреть, краску для волос мне нужно было, вот купила краску для волос, вот такую. Я уже как-то красила такой краской. Видео есть. Ну, еще раз не буду показывать весь процесс окрашивания. Сегодня хочу волосы покрасить. Немножко уже тут вот с этой стороны. Вот с этой стороны у меня седина уже есть. Вот хочется ее закрасить. Взяла цвет вот такой. 365-й. Темный шоколад. Краска от Schwarzkopf Perfect Mousse. Очень удобная краска, наносится очень удобно. Ну вот, кто у кого темные волосы, в принципе, краска вообще классная. У кого светлые волосы, есть и светлый цвет у этой краски, что-то как-то вот девушка-консультант в магазине, она мне не особо сильно рекомендовала. Она говорит, со светлыми волосами как-то эта краска плохо работает. Вот, а с темными волосами прям самый классный. Она щадящая. Ну, конечно, вымывается она буквально там, ну, сколько, ну, может быть, месяц можно проходить таким вот насыщенным красивым цветом, потом все, она тускнеет. Ну, в принципе, это любая краска, любая даже профессиональная краска, она также действует, также работает. Ненадолго яркий цвет сохраняется. Тем более, если волосы уже, ну, до этого были окрашены, они пористые, соответственно, краска вымывается быстрее с таких волос. Вот. Такие вот небольшие нюансы, как бы я знаю по окрашиванию, так как я как-то работала в свое время в молодости, до рождения Алины, администратором в салоне красоты. И некоторые моменты по парикмахерскому искусству, ногтевому сервису мне известны. Вот. Так, сейчас еще вам покажу, что я купила. Так, 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 вот смотрите, еще кроме краски, я купила себе вот такие румяна от Stellery. Ну, это не румяна, это вообще идет, ну, румяна, в принципе, да, бронзовый закат, F03 цвет. В принципе, я так думаю, что он мне подойдет, еще не открывала. О, простите, пожалуйста, за мой страшный маникюр, надо
надо стереть лак. Лампу купила на Алиэкспрессе. Вот надо будет попробовать сделать гель-лак лампой. Специально купила для этого гель для удаления кутикулы. Все смотрела, думала, какой все-таки взять. Можно было наш такой маленьком пузыречке российский. По цене, в принципе, выходит так же. То есть здесь вот объем почти 30 мл. Вышла она мне, сейчас скажу. Так, вышло 490 рублей, а вот румяна у меня получились 199 рублей. Так, и вот купила еще две тенюшечки. Вот Vivienne Sabo, вот такой цвет. Кстати, еще не открывала даже. Не знаю, открыть. Может быть, открыть, вам показать. Вот такие два красивых оттенка. Вот на камере, кстати, показывает светлее, чем на самом деле. Тут они примерно вот такие. Вот. Здесь вот, когда на свет так поворачиваешь, они светлее кажутся. А на камере кажется, как будто зеленоватый цвет. На самом деле они коричневые. Такие немножко золотистым оттенком. Немножко шиммер есть, присутствует, но не сильный. То есть они такие больше сатиновые. Так, и вот такой цвет тоже. В магазине мне показался такой красивый, но тут что-то как будто другой оттенок появился. Это я под бровь взяла, вот светлый оттенок, а ну коричневый, соответственно, на основное веко. Вот, что-то захотелось. У меня сейчас в основном я матовыми тенями крашу, но вот захотелось вот такой взять. Так, такие тени немножко такие, они сатиновые. Так, эти тени стоили 219 рублей каждая. Вот. Однушечки. Такие красивые упаковки. Особенно вот эта вот кружевная такая. Вот. И еще купила вот эту тушь. Вот Maybelline. У нее кисточка. Так, как она называется? Lash Sensational. Щеточка веер. Она силиконовая. Короче, вот такая изогнутая силиконовая кисточка. Надо будет попробовать. Завтра вот на работу буду краситься, попробую. Тушь не найду. А, вот Maybelline, 293 рубля. 90 копеек. Так, краска получилась у меня 299 рублей. Скидка на нее 21%. Такая краска стоит где-то порядка 500 рублей. Вот я в ленте видела. Ну, что-то меня остановила не покупать ее, потому что, ну, думаю, ну, дороговато, конечно, 500 рублей. Дождалась акции, вот взяла. Так, ну, и стилеры, наверное, румяшки, наверное, так, откроем. Ну, вот такие румяна. Тут еще в комплекте кисточка. Ну, кисточка, конечно, такой не пользуюсь. Так, кисточка. Такая мягкая. Ну, я такой не пользуюсь, потому что она, ну, что это, вот эта вот маленькая кисточка, она только пятнами будет наносить румяна. Ой, ногти у меня, конечно. Как раз таки вот показывать вам косметику с такими ногтями. Так, ну что, давайте попробуем. Такая персикового цвета. Ну, плохо видно. Ну, не знаю, может быть, на тональный крем будет нормально наноситься, но что-то как-то вот тут не очень хорошо. Стиллеры румяна 199 рублей. Вот. Вот такие покупочки у меня были сегодня с косметики. Все. Сейчас буду волосы красить. Вот, и потом надо будет ужин готовить. Вот так мне выходные проходят. Ну вот я покрасила волосы. Такой темный цвет получился. Но это ненадолго. Он буквально за раз, два, три смоется у меня. И будет такой, знаете, темный шоколад. Мягкие, живые. Там в коробочке еще дополнительно кондиционер шел. Вот я им маску сделала и прям хорошенькие сейчас такие. Чуть-чуть, правда, еще есть вот на коже осталось, но это смоется за пару раз.
Вообще лайфхак. Если красите волосы и у вас на кожу попадает краска, берете просто обычную влажную салфеточку, есть такие вот в пачечках, вот, берете и смываете, вытираете, все отлично снимается этими салфетками. Вот. А сейчас я что делаю? Наполеона хотела немножко подстричь, такую, знаете, как типа косметической стрижки сделать. А нет, не косметическая, она правильно называется, гигиеническая стрижка. Хотела ему лапы подстричь чуть-чуть, там у него уже обросли они, мордочку, и попу надо ему постричь маленько. Вот, на полностью стрижку слишком много времени нужно, это надо часа полтора-два, потом нужно его мыть, опять сушить, короче, это долго. Вот, решила его просто такую гигиеническую стрижку сделать. Но у нас машинка села. Саша, когда открыла упаковку, коробку с машинкой, вот новой, которая у нас появилась, он говорит: о, тут еще 50 минут есть времени зарядки. А оказалось, что нет. Вот, сейчас поставила на зарядку. Так-то я ему лапки подстригла чуть-чуть. Вот, зарядится, и буду дальше стричь его. Поставила, кстати, готовится ужин. Сейчас я вам покажу, что я готовлю. Так, вот, смотрите, цветная капуста, брокколи. И здесь внизу еще под цветной капустой и брокколи у меня фарш. Вот сверху чуть майонезом помазала. Кстати, уже вкусный запах пошел. Будет такая запеканочка, а-ля запеканочка. Сверху еще потом, буквально за 10 минут до приготовления, сыром натру. Будет вот такая вкуснятина. Кстати, ногти стерла. Вот, ногти стерла. Сейчас хочу кутикулу немножко поубирать, посрезать. Вот. Пока время есть, сейчас этим займусь. Ну и, наверное, лаком накрашу. Хотя, не знаю, может быть, попробовать гель-лаком сделать. Ну, долго, конечно, возни гель-лаком. Кольцо с Алиэкспресс серебряное. Ничего, кстати, оно носится нормально, не чернеет. Вот. За окном у нас осень. Листья уже на этом дереве, уже листья все облетели. Так, и температура плюс 15. Так, ну вот так у меня приготовилось все. Чуть-чуть, конечно, подгорел сыр, но я даже такой люблю. Алине звонила сейчас, она говорит: мам, я сейчас гуляю. Уехала она в соцгород, ну, в другой район города, где тренировка она проходит в бассейне. Вот там у нее друзья живут, и в основном она гуляет там. Вот она говорит: мам, я еще гуляю, и часа два меня точно дома не будет. Вот, Саша ушел к родителям, там... Дядя приехал, два дяди его приехали, вот они такие, ну, как бы в мужской компании посидят, а я одна, вот, сейчас буду ужинать, поем, потом сяду, может быть, скину видеоматериал и, наверное, начну монтировать видео, потому что уже давненько на канале ничего не было, наверное, все уже соскучились по нашей семейке Адамс, вот, так что вот так. Ну все, ладно, пожелайте мне приятного аппетита, я буду садиться есть. Давай, сидите. Чего ты лапку свою поднимаешь? Волнуешься? Не волнуйся, хорошо. Чего ты язык свой вытаскиваешь? Я тут с машинкой, а ты свой язык вытаскиваешь, дуралей. Красивым будешь, Мась. Красивым, да? Маски закрывай. Маски закрывай, у нас с тобой не одинаково будет. С одной стороны пострижен, с другой стороны нет. Ну все, пойдем мыться. Идем? Пойдем, хорошо.
Ну, вот примерно что получилось. Немножко, конечно, воспаленные вот края. Еще не до конца кутику срезала. Есть заусенцы чуть-чуть. И вот эта рука. Эта рука более аккуратнее, конечно, всегда получается, потому что кутикулу удобнее срезать. Не знаю, насколько будут держаться ногти. Лак, вернее. Вот у меня вот такой цвет. Это C&D, что ли, как-то так, да, по-моему, бренд называется. Но это не настоящая, это подделка с Алиэкспресса. Это топ. И это база. Вот такая красота получилась.